проводим много мероприятий, посвященных Дню Татарстана в Москве. Москва – наша столица. И, конечно же, мы начинаем эти события с такого знакового события. Вот открытие вот памятника великому татарскому сыну, разведчику, его супруге. Человек, который, мы даже, может, не знаем, какая величина его вклада в победу в Великой Отечественной войне.